5 часов утра. Поезд доехал. Согнали меня с места. А мужик идет. Может, разгрузят как раз. Вот он, засранец едет. Ладно, пойду тогда. Оделся, кроме носков. 6 смену открыть. Но, слава богу, хотя это хоть 9 часов как раз было. 9 часов ровно. Ну, то есть это не пришлось срывать. Руи цайт. Ох, не соображаю нифига. Так, пошел я, в общем, это. Все, ребят, разгружают. На улице тепло. Плюс 15 градусов. Плюс 15 градусов. Шумят, блин, звук перебивает. Никак не могли понять сначала. Не хотели разгружать. Говорят, нет, это не нам. У нас же, говорит, Икея, у нас мебель. Я говорю, понимаю, но это адвентс-календарь. Но это новогодние календари. Как объяснить-то? Даже не знаю. В России нет, наверное, такого. Потом как-нибудь покажу, что такое Advent календар. Там такой коробочка. 24. Дверочки такие открываешь. Потом покажу, что такое Advent календарь. Ну и это в принципе нормально. Сейчас я тогда пойду это помоюсь, зубы почищу. У них как раз этот для водителей комната отдельная хорошая. Я уже ходил, смотрел, классно. Поезд подъехал со стороннего утра, уже катают. Народ на работу едет. Так. А я пойду. Так. Я пойду зубы помою. И лицо почищу. Что там было? Как он говорил? Ноль. 9:18. О. Вот водительская комната, ребят. Можно посидеть, кофе попить, наверное. А душ есть. Это для водителей, ребят. Хоть кто-то думает о водителях. My God. Привет. Так. Помоемся и поедем на следующее. Нормально, все, пойдет. Ребята нормальные здесь, такие добродушные, хорошие вообще, с понятием. Простые, обыкновенные, без понтов, без пафоса.
так. Вон уже другой подъехал человек, тоже на разгрузку. Ну вот здесь вот немножко узковато. Все, я Нави задал. Едем, в общем, на следующую разгрузку. Так, ну блин, сейчас 6 часов. Сейчас, наверное, как раз самый движ. Сейчас это рабочие... Arbeitsverkehr, как говорит это. Поверните налево, затем далее. Держитесь слева. Люди на работу едут сейчас тут, наверное. Ну, как бы не было, надо ехать. Поверните налево, затем далее. Держитесь слева. Хорошо. Выезжаем из Генуа. Ладно. Ну, в принципе, пока все нормально. Так, нам сейчас будет зеленый, наверное. Ю. Куда поехал? Велосипедист. Хорошо. Чё так обороты крутишь, а? Чё так обороты крутишь высоко? Наверное, не нагрелся еще. Так, где у нас тут? Вот. Приехал я на Икею. Ой. Только заехал не туда. Надо было на следующем кольце выехать. В общем, зашел, я уже отметился. Дела выглядят не очень хорошо. Сейчас время 7. В общем, говорит, ждать до 9 часов. Вот здесь вот, видите, стоят 3 машинки. Все с итальянскими номерами и веки. Говорит, нету места. Тут еще один вон стоит. Через 80 метров развернитесь на кольцевой развязке. 5-й съезд. Вот за ним надо будет встать. Развернитесь на кольцевой развязке. 5-й съезд. Так, заверну я здесь, нет? Круто очень. Можно. В принципе. А если места было бы мало, можно было бы катнуться по кольцу и заехать нормально. Короче, говорит, до 9 часов, ё-моё, это не радует. Я бы уже с удовольствием уехал, я уже выспался, отдохнул. Так, все, разгрузили. Через 80 метров развернитесь на кольцевой развязке, 3-й съезд, затем держитесь правой стороны. Развернитесь на кольцевой развязке. Я скут. Okay, okay. Держитесь правой стороны. Я скут. Так, сейчас куда? А, направо нам, да? Держитесь правой стороны. Затем выезжайте на автомагистраль. Хорошо, уговорила. Я не против. Тут уступить дорогу. Эй, уступим. То жалко БМВ. Тоже сюда. А что с вами не так? Всем сюда надо. Ну. Шлифует. Пустая, блин. В общем, ситуация такая.
Кате сказала ехать быстрее домой. Я ей сказал, что в 9 часов только будут разгружать. Но она говорит, что сейчас позвонит, узнает, что почем. В общем, это мне 8 часов позвали до рампы. Вроде все нормально, хорошо, слава богу. Наверное, позвонила, договорилась. В общем, разгрузили, еду, все хорошо, все замечательно. В общем, лечу домой, все. Обратного груза нигде ничего нету. Она, Катя, сказала, Кати, не Катя, а Кати, сказала, что быстрее домой возвращается, тут уже груз есть на Францию, так что попилишь на Францию, на, в сторону Дижона опять. Повезем, по всей видимости, вино. А потом надо будет ехать грузиться пирожками. Ну, как-то вот так. Яблоки, ребят, вон, растут. Эти. Наверное, сочные яблочки возле автобана. Такие, со содержанием свинца. Пойдет. Все, ребят, едем. Сейчас еще заеду на парковочку, переоденусь, сделаю себе бэквейм, тело поудобнее, одену спортивные штанишки, кофту сниму и поедем. Так. Быстренько сбегаем в туалетик. Так, что там есть? Так, забегаловка открытая уже. Окей, еще посмотрим, может быть, кофе. Кофе возьмем дорожку. Ладно, все, пока, ребята. Вот так вот этот город называется. Моргес. 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 Или не знаю. Все по-французски. Еще выговариваю по-другому. Тоже большой очень город, вон огроменный. Вон видно. В общем, по всему берегу этого озера большого дома стоят. Пасмурно сегодня. Но тепло. Плюс 16 градусов. Нормально. Я переоделся, все, приготовился на длинную дорогу. Все, можно ехать сейчас. На Францию переехал, и как раз где выезжал на контрольном пункте, я выезжал, а там парень какой-то стоял как раз в очереди заезжать, кричал, покричал меня, Серега говорит, привет. Я посмотрел, не знаю, наверное, этот человек, который смотрит мои видео, подписчик, может быть, показывает большой палец, говорит, все хорошо, типа,
передавая всем привет. Я говорю, кому всем? Он говорит, всем подписчикам, всем дальнобойщикам. Вот. Ладно, незнакомый человек. Привет тебе, если увидишь это видео. И от него всем тоже привет. В общем, я надеюсь, он напишет в комментариях, представится, как его зовут. Ладно, а я еду. Сейчас вот на первой стояночке выезжаю и делаем паузочку. Делаем кофе. Что-нибудь вкусненькое поедим, позавтракаем и поедем дальше. Ребятки, всем привет! Это уже следующий день. Это видео, которое вы сейчас смотрели, оно не совсем закончилось, потому что не было больше места на карточке. Все. И, в общем, это вчера как не очень охота было снимать. Я вчера со Швейцарии приехал, домой заехал, душ принял, приготовился и поехал сразу. Остатки времени, сколько у меня со смены оставалось, я еще проехал в сторону Франции. В Дижон я поехал. Вот, сегодня в Дижоне разгрузился, сюда приехал на традиционную мою загрузку пятничную или в четверг. Вот, загрузился я. Да. Загрузился я опять пирожками. Да, нет. Ага, сюда едет. Вот. А теперь я еду домой. Время 15:30 пятницы. Не знаю еще. Я еще. Но мне сомневаюсь. У меня сомнение то, что мне время хватит доехать сегодня до дома. Поэтому я сейчас пока буду ехать, а там уже видно будет. Если нет, то переночу и завтра рано утречком уже дома буду в субботу. Так что все хорошо, все нормально. Вот он, этот домик, который строится. Что-то пока ничего не происходит. Ни облагораживания, ни снаружи, ни территории, ничего. В общем, вот так вот, ребят. Этот кусочек я специально сейчас отключился, чтобы как-то сделать окончание тому видео, которое вы сейчас смотрели, которое я вчера снимал. Ну да, вчера, да, все правильно. В общем, всем всего хорошего, ребят. Всем хороших выходных, хорошего дня, рабочего дня, в зависимости от того, когда вы это видео смотрите. И хорошего вечера. Ну все, всем всего хорошего, всем пока. We'll be right back.